Здравствуйте, мои любимые ребята! Тема сегодняшнего занятия – пасхальное яйцо, так как завтра у нас светлый праздник Пасха. Для занятия нам понадобятся карандаши или фломастеры, простой карандаш, резинка и альбом. Начинаем рисовать само яйцо. Но у нас должно получиться большое на весь лист, чтобы легче было потом делать узоры. Можно нарисовать круг вначале. Потом на круг нарисовать еще овальчик. Обвести и лишние наши линии убрать. Ребята, вот яйцо наше готово. Теперь мы его украшаем. Узорчики вы придумываете сами. Можно самые-самые простые даже геометрические фигуры, которые вы все знаете. Я покажу вам пример, но хочу, чтобы вы придумали сами узорчики. Вот. Так можно украсить. Вот. Украсили наше пасхальное яичко. Теперь осталось его раскрасить. Можно раскрасить или фломастерами, или карандашами. Я буду раскрашивать фломастерами. Ребята, раскрашиваем тоже, как вы хотите, как вы сами придумаете. На ваше усмотрение. Я надеюсь, вы свои работки пришлете нам. Мне очень интересно, как у вас получится. Вот, ребята, я закончила раскрашивать. Наш рисунок готов. Я очень жду ваших работ. Всего доброго, до свидания.